Прекрасная смесь романтики и тонкого юмора. Rainbow Rowell. Верность. Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я вам расскажу про книгу Rainbow Rowell, которая ворвалась просто своей фанаткой. Верность. Я читала Верность первее, чем фанатку, потому что так мне сказала считалочка, да. Я очень странно выбираю, как читать книги. В этом романе речь идет о Линкольне, который работает в газете «Курьер», и он там как бы по интернет-безопасности, то есть чтобы сотрудники «Курьера» не переписывались о начальстве в электронной почте, не оскверняли, не писали ничего такого непристойного, как бы, чтобы он как бы следит за ними и читает их электронные письма. Он натыкается на переписку Бет и Дженнифер, которые работают в «Курьере», и его заинтересовывает их манера разговора, их общение, ему интересно, он читает это как книгу и понимает, что он совершает не очень хорошую вещь, но продолжает читать, потому что это его работа. И он, читая эти письма, постепенно влюбляется в Бет и уже не может оторваться и просто бросить читать. Книга читается довольно-таки легко, главы очень короткие, даже одна глава есть, где там всего одно предложение, я просто офигела от этого. И также главы чередуются: переписка Бет и Дженнифер, обычная глава, переписка Бет и Дженнифер, обычная глава. То есть переписка Бет и Дженнифер оформлена очень как вот прям в электронной почте, то есть тут все от кого кому, зачем, то есть все как нужно. И очень интересно было читать как историю Бет и Дженнифер, так и историю Линкольна, как он пытался себе найти девушку, уйти от матери, потому что это все на него давило. В общем, очень интересный роман. Я не знаю, насколько он интересней фанатки, так как я и не читала, но мне кажется, он так, что... Как гласит надпись от Kirkus Reviews, не знаю, как я правильно прочитала, своим ломаным английским, что это дебют Rainbow Rowell, так что вот именно она первая, а не фанатка, так что отлично. И судя по фанатке, по вот этой книге, я понимаю, что Rainbow Rowell нравится писать о соцсетях, как бы, как люди общаются в соцсетях, пишут, ну, в общем, что-то такое социальное. В общем, если вам интересно, как влюбиться в человека не с первого взгляда, а с первого письма, то читайте «Верность» Rainbow Rowell. А с вами была я, Ксения Кузнецова. Всем пока!